На полях протяженностью несколько сот гектаров представлены лучшие сорта гибриды российской селекции кукурузы и подсолнухов. Таковых несколько десятков, как зерновых, так и силосных. Встречаются и универсальные сорта. Все они адаптированы к условиям средней полосы и стоят дешевле импортных. Здесь собраны лучшие гибриды российской селекции. И мы уже не первый год занимаемся, выращивая эти гибриды. Мы представляем свои поля для того, чтобы показать нашим сельхозтоваропроизводителям, что российские гибриды не хуже, а то и лучше импортных. На демонстрационном участке провели полевой семинар на тему перспективы производства качественных семян гибридов кукурузы отечественной селекции. У всех участников была возможность осмотреть участки демонстрации гибридов кукурузы и подсолнечника российской селекции. Особое внимание было уделено повышению качества, испытаниям и практике выращивания гибридов кукурузы отечественной селекции в хозяйствах области. Много над чем нужно работать на самом деле. И вот такого рода полигоны, такого рода семинары, они и признаны для того, чтобы понять, как сделать хорошо для всех. Правильно, логистически, технически, технологически. 600 гектаров полей засеяно силосом, 200 – зерновыми сортами. Специалисты рассказали, что пробовали использовать импортные гибриды для таких же целей, но они сильно проигрывают отечественным в качестве. Они районированные сорта, они наши, они для нашей полосы. У нас бывает летом и жара, бывает и холодно, они все это переносят. Бывают недостатки влаги, они тоже это переносят. Но они отзывчивы на питание. То есть мы добавляем удобрений, мы работаем средствами защиты, иногда смотрим даже вот от щелкова микроэлементами подкармливаем. И вот, пожалуйста, смотрим. Отличный урожай, хороший вид всех сортов. Важным фактором демонстрационной кампании стала уборка зерновых. Как говорят специалисты, никто к уборке так рано не приступал, но с отечественными гибридами зерновых такое возможно. По предварительным оценкам, биологического урожая со всего поля будет около 150 центнеров, зеленой массы в пределах 500 центнеров. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».